Главный символ Кировского района несколько недель восстанавливали специалисты муниципального предприятия «Энергия». Сняли старую краску, обновили покрытие, отремонтировали портретные рамки. На доске 68 фотографий. Герой Советского Союза, заслуженные директора школ, сотрудники муниципальных предприятий, щедрые предприниматели и лучшие спортсмены. История и все достижения района в лицах. Я нахожусь как раз рядом с героем Советского Союза Чудакиным. Это вот мой родной микрорайон «Металлург». Это наш родной герой Советского Союза, которого мы знаем лично. В моей школе училась его внучка. То есть эта фамилия не случайная. Еще зимой вся территория площади была заставлена торговыми точками, пивными заведениями. Нерадивые предприниматели вырубили кустарники и незаконно заняли объект. Вопиющая грязь. Это биотуалеты в центре. Это несанкционированные киоски. Это всевозможные, я даже не могу назвать, кафе. Это было безобразие, это ночные оргии, это музыка до поздней ночи. То есть мы практически не спали. Весной администрация района по поручению главы города Дмитрия Азарова взялась за уборку на главной площади Безымянки. Во время месячника по благоустройству привели в порядок территорию, вскопали газоны. К осени администрация пообещала посадить новые кустарники, а уже следующей весной здесь будет цветник. Район отметит свое 70-летие. Светлана Новосельцева, Станислав Левин, ГИС «События».